Вот, а нас уже здесь вот все, функционал прямо здесь в Телеграме все реализован. Получается, что человеку, компания не нужно будет устанавливать и вот эти вот эти терминалы покупать, понимаете, да? Где карточку представляют, прилепляют, а здесь будут через QR-код все это дело принимать, платежи. Здесь вся бухгалтерия будет. То есть упрощается задача, и старые методы выходят с рынка, приходят на них, на их места новые. Вот как банковская система на сегодняшний день. Она себя уже настолько реализовала, настолько уже поглотила полмира, весь, если не весь мир, эта платежная система. Это утопия. Вот. А сегодня мы создаем свою уникальную систему, которая позволит другому предпринимателю вздохнуть. Почему? Потому что, принимая тонны, у него есть потенциал роста космический, потому что тонны будут расти и приносить ему прибыль вдвойне, втройне больше. Когда он это будет понимать, если вы сейчас возьмете, представьте картину, что предпринимателю вы пришли, у него 100 номеров, 100 номеров он предоставляет за 50 долларов. Вы ему говорите: слушай, 10 номеров отдавай за тонны, остальные 90 номеров отдавай за, так же за доллары, как ты отдавал. А вот 10 номеров за тонны. И ты посмотришь, 10 номеров перекроют доход всего твоей гостиницы за счет роста токена. Этот токен ты держишь, собираешь, они растут в цене. Ну вот, если посчитаете, за год математику сложите, за год может тон вырасти, ну, к примеру, 10 долларов стоит. Может такое быть? Может. Сегодня 2,5. Вот посчитайте, если дайте математику калькулятора за год, посчитайте, и он может перекрыть. Таким образом, люди зарабатывают деньги вдвойне, втройне, в 10 раз больше, нежели по старой системе. Мы меняем вот этот мир путем нашего видения, через призму своего восприятия человек опирается на наш рассказ, на нашу историю. Мы показываем, рассказываем и говорим, что может случиться с тобой, с твоим бизнесом, в случае, если ты применяешь новые технологии, внедряешь их поэтапно, каждый день, каждый день понемножку, шаг за шагом, ты входишь в новый мир, в новых возможностей. Твой бизнес, ты потом его можешь масштабировать, по всему миру открыть. Не только одна гостиница у тебя в одном городе стоит, а гостиницы по всему миру, ты можешь плодить их, и все может измениться сказочно. То есть мы, рассказывая, открываем ему мир, дверь в новый мир через вот эти технологии. Стать конкурентоспособным, обойти всех своих конкурентов. Тебе это интересно? Конечно. Давай. Чего такое? Расскажи. И вы ему рассказываете, сидите за чашкой чая, рассказываете вкусно ему, продаете ему его мечту. И он вас будет целовать во все места. Он будет рад вам. Он скажет своему, ему, этому человеку, номер бесплатно, еду бесплатно, все бесплатно для вас будет. Понимаете? Почему? Потому что вы выведете его бизнес на другой уровень. Вы не кто-то другой. Вы сегодня владеете ценнейшей информацией, которая нужна этим бизнесам. Любому бизнесу, чем человек не занимался, он продает автомобили, ему нужно. Он продает еду, ему нужно. Он продает услуги пылесоса, ему нужно. Он производит баня, ему нужно. Он спортзалы создал, бассейны создал, для ему нужно. Семечки продают, ему нужно. Картошку продают, ему нужно. То, что я видел в Африке, картошку продают. Человек приходит к кнопочным телефонам, биткоином рассчитывает, кнопочным телефоном, смс-ки, шлек, шлек, передает. Представляете? Биткоин, хоба, оплатил за картошку. Обалденно, ребята. Вот это надо делать сейчас. Где-то в Африке делают, там, где воды нету, где люди, интернет есть, у них банков нету, но они рассчитываются биткоинами. Фантастика. Вот что нужно делать нам сегодня. Мы технологично развитые ребята, у нас есть все. У нас есть и лень. Лени у нас больше. Ленимся и боимся. Не надо этого делать. Надо просто идти и делать то, что от нас необходимо. Почему? Потому что эти бизнесы, которые вокруг нас сегодня, они вздохнут по-другому, увидят мир по-другому. Это возможность, которую они ждут. Наша задача об этом говорить, трубить, днем и ночью об этом говорить.
Давайте вопросы, ребята. Кто здесь еще не задавал вопросы, пожалуйста, поднимайте руки, я вам дам микрофон, и вы зададите вопрос.